Улица Адмирала Фокина – популярное место прогулки горожан. Припаркованные тут и там авто портят его туристическую привлекательность, а также создают угрозу для жизни людей. Однако на самом деле пешеходная зона находится только в центре улицы, а по краям – обычная дорога. К тому же на улице располагается частный сектор, и жители должны подъезжать к своим домам. А вот тем, кто приезжает в офисы или магазины, могут запретить занимать парковочные места. Мы не имеем права отбирать у бизнеса право занимать парковочное пространство и запрещать ставить автомобили. Мы работаем в правовом поле, но бизнес в большинстве случаев нет. Мы можем только штрафовать на небольшие суммы. И они идут на эти нарушения, ставят свои личные автомобили возле ресторанов. А когда мы приходим, они говорят: «У нас парковочное место для загрузки и выгрузки продуктов», — сказал Олег Гуменюк, глава Владивостока. В качестве решения проблемы глава Владивостока предлагает установить здесь ограждения, которые помешают парковке автомобилей. При этом эксперты уверены, что полностью запретить проезд можно, однако до этого нужно решить ряд вопросов, связанных с правами местных жителей. Горожане же за пешеходную зону. Даже если здесь перекроют движение, как будут люди заезжать к себе домой? Даже не представляю себе, как это будет выглядеть. Они будут на дороге, значит, бросать свои машины. Опять же, затруднять будет движение по Тигровой и по центральным улицам. Ну, я думаю, на Арбате, думаю, легковые можно-то и убрать, а вот кто здесь, допустим, живет, и выгрузка к магазинам, поставка товара, я думаю, как бы надо, ну, чтобы грузовики ездили, чтобы поставка товара была и всего остального. Это не красит наш город и с точки зрения туристов, очень много туристов и впечатления о городе, но как заставленные автомобилями, я думаю, что здесь красиво и без дорогих автомобилей. Желательно, конечно, чтобы их не было, но надо как-то решить вопросы тем предприятиям, которые здесь, ну, тем учреждениям, которые здесь находятся. Поэтому, наверное, их надо, то есть этот конфликт надо как-то решить. А без машин на Арбате было бы больше места для прогулок, с коляской удобнее было бы ходить. Выглядит странно очень, что в пешеходной зоне здесь такая парковка. Даже ходить неудобно, постоянно проезжают. Ограничить движение можно и нужно, используя правовое поле. Для этого обратится законодательное собрание Приморья и Думу Владивостока с инициативой. Кроме того, вблизи улицы Адмирала Фокина нужно оборудовать парковку для автомобилей жителей этого квартала. Это, конечно, работа. Проще повесить запретительный знак и ждать, когда его сорвут гневные жители. Катерина Матвеева, Алексей Заровный, новости на Восьмом.